Итак, добрый день, дамы и господа, это новый выпуск Station View, меня зовут Черкасов, Илья, в гостях у меня Никита Грушевский. И, Никита, привет! Всем привет! Привет, и сегодня мы в очередной раз разбираем ваши великолепные работы, и первая работа у нас такой вот боевой робот, мех, от Ника. Так, что можешь сказать, Никита? По этому роботу? В целом, работа достаточно хорошая. Ну, то есть, я, само собой, не персонажник. У меня все-таки больше упор на environment и пропсы в целом. Но работа достаточно хорошая. Я сразу отмечу, что мне понравилось, не знаю, это, наверное, такой чисто дизайнерский вкус и решение. Мне понравилось, что руки, например, даже плечи или даже ноги тоже, они похожи на вот эти вот джойнты, типа поинты артикуляции, как у экшн-фигурок. Это прям прикольно. Есть такой какой-то вайб, типа как это, как будто фигурка, и в принципе логично, она двигается. Вот крутится, двигается. Так что работа достаточно хорошая, но есть, по моему лично мнению, есть парочку таких вот небольших замечаний. Наверное, самое первое — это Edgeware. Как по мне, он прям generic, если ты посмотришь на щит, там прям по всем граням проходит Edgeware. И он прям видно, что он такой прям процедурно сгенерированный. То есть он просто накинутый на, ну, через генератор. Ну да, генератор. Такой на большинстве частях, да. На большинстве частях идет такой. То есть как будто человек просто накинул и кисточкой толком-то и не прошелся. Но это такое просто мое замечание. Вот я бы рекомендовал тогда проходиться, то есть накидать как базу, да, и проходиться потом просто этим, кисточкой немножечко добавить любви и заботы. Да. Я скажу по этому роботу, мне нравится дизайн, он очень прикольно выглядит, на самом деле не банально, я так понимаю, это по концепту делали. Мне нравится эта плоская голова, но это чисто по идее задумки. Меня, правда, смущает две вещи здесь, это большое обилие царапин, зачастую. Тоже, правда. Одинаково, ну, по длине, они, большинство из них подобны друг другу, они расположены хаотично в разных местах и всегда одним и тем же цветом, всегда серый. Да. Плюс тут есть такая лента, она выглядит очень стилизованно, я не знаю, честно говоря, это по концепту надо смотреть. Вот, благодаря этому Edgeware оно как раз-таки выглядит, как будто на нем есть cel-shading, вот этот вот outline, кстати. Да, да, да. А, кстати, да, я же поэтому и говорю, я смотрю, и она как стилизованная, как это выглядит. В целом, я так понимаю, это лента, это там патроны, основание, и сверху обтянуто пластиком или резиной, чем-то таким, я так подозреваю. Был прикольно, если бы оно было обтянуто максимально, и там было бы силуэт каких-то патронов и что-то в этом роде. Но опять же, я хочу сказать, что мех, он интересный, классный, но на Edgeware надо поработать. Я имею в виду в целом над износом, в тех местах, где он должен быть. И насчет равномерности. Касаемо цвета, я смотрю тут, ну, разные части меха вроде бы имеют разный оттенок. Это неплохо, это хорошо. Более близкий шот я сейчас постараюсь рассмотреть, чтобы не был в основе какой-то сплошной цвет. Ну, вот, тут, кстати, по поводу частей, ну, и так немножко вставлю свои 5 копеек. Тут, наверное, больше зависит от того, какая вообще идея, история этого меха, то есть это какой-то battle droid или, не знаю, просто какой-то на артиллерии у кого-то там стоит на вооружении. Но, как по мне, интересно иногда посмотреть, что, возможно, какие-то замененные части, типа немножечко оттенком, либо даже совсем другого цвета, бывает прикольно. Если это какой-то собранный из разных частей, это тоже прикольно смотрится. Да, но да, тут, да, опять-таки, тут зависит, само собой, там, не знаю, какой-то армии, то не будут прям со всех с разных частей, там все-таки стараются Да. Но было бы просто так. Это зависит от того, какая идея. То есть, если это собранный чисто из запчастей, то да, было бы прикольно видеть какие-то разного цвета запчасти. Ну, вот, да. Если это чисто новый. Есть... Да. Да, я согласен с тобой. Просто даже если это один сплошной цвет, то, во-первых, было бы классно сделать у разных деталей небольшое отклонение. Я имею в виду, вот, допустим, берем этот бежевый цвет, допустим, там на ноги он будет такой же, как на другой. Не чтобы это било в глаза, а чтобы это было еле заметно, но оно присутствовало, это было бы очень круто. Я сейчас не могу задетектить здесь топ-даун градиент, даун-топ градиент снизу от грязи. Кстати, да, градиент немножечко не хватает. Его нету, и это печально, потому что это бы сразу добавило сюда реализм. Касаемо вообще в целом какого-то износа, тут какие-то точки,
ладно, хорошо. Просто мы вчера, ну, в прошлом выпуске вчера, ну, мы его записывали вчера, но это был предыдущий 13-й выпуск, как раз говорили про то, что некоторые делают очень жесткие левелы на масках, и из-за этого видна пикселизация, в, ну, шум такой некий. И это определенная проблема. Ну, знаешь, смотря на этого робота, то, что у него есть щит, то, что у него есть пулемет, скорее всего, он какой-то штурмовик или что-то в этом роде. Очень классно. Несмотря на то, что я вижу, что на нем есть износ, на щите я бы добавил еще какие-то вмятины. Кстати, да, знаю, вот щит у меня тоже есть пунктик, да, щит. Да. Если он там с ним защищался, там хотя бы какие-то, грубо говоря, места, то есть какие-то сплеты. Вот, пули, да. Пули, либо, снаряд. Ну, либо там, не знаю, взрывов, то есть какие-то такой гарь, нагар, то есть должно что-нибудь, возможно, быть такое. Ну, он или это настолько щита. Жесткая сталь, что ее ничто не пробивает, возможно. Ну, то есть просто тут показано, что как бы краска-то смывается, да, то есть как-то стирается, да, царапается. Вот, но немножко бы, наверное, каких-то следов побольше бы хотелось, либо затемнение, или что-нибудь такого. Ну, да. Плюс определенно за презентацию, что человек не просто там скриншоты выложил, добавил описание, по дизайну постарался это все оформить. Хорошая. Так, даже то есть, вот такие вещи, масса. Как именно, да, то есть описание, это очень полезно, если даже особенно это какие-то концептеры, ребята, то есть как 3D-шнику это не обязательно всегда делать. Ну, концептером, да, вот, чтобы мы когда художник делает, он должен понимать, что это, для чего. Например, если этот робот весит 6 тонн, то понятное дело, почему у него такие там уплотненные ноги и все в этом роде, да. Так, ладненько, если есть что еще сказать. Да, единственное только что, это, наверное, вот я очень люблю такую штуку, как sun bleach, то есть выгорание на солнце. И очень сверху. Люблю, когда в разных местах, да, сверху, да. То есть особенно как на голове, там, либо на плечах, есть именно выцветание. Такие, да, цвета, то есть выгоревший такой вот прям полу-полу такой телесный цвет, ну, в случае с этим. Такой песочный даже больше, то я очень люблю такие детали, это дает именно как-то продает тебе ощущение истории, как вообще, что происходило с этим роботом, дроидом и так дальше. Ну да. То есть это такая заметочка, что выгоревший цвет на солнце — это очень даже хорошая деталь. Угу. Да, я смотрю, у него тут сзади есть какие-то ракетные установки. Ну, сам робот прикольный. Ну, в принципе, все сказали, пойдем дальше, наверное. Что у него другие, какие работы? А, вот какая-то еще Вольфенштейн. Фанарт на Вольфенштейн или это оригинальный? Это фанарт. Фанарт. Колесо такое интересное. Так, ну ладненько, пойдем дальше. Следующая работа у нас почтовый ящик. Что думаешь по поводу почтового ящика? Опять-таки, хорошая работа, то есть в плане текстуринга это проб, он маленький. В плане текстуринга, в принципе, достаточно хорошо. Другой вопрос, будет ли у тебя время на продакшене заниматься таким детализированным текстурингом, но это уже такое. То есть это люди всегда, когда делать такие вещи, ультрареалистичные пропсы, должны помнить, что не всегда у тебя есть на работе, это время. На продакшене время таким заниматься. То есть, если ты тратишь на такое дело там 2 дня, это хорошо. Но если тратишь неделю, это уже совсем другой вопрос. Ну и тоже зависит от пайплайна, там не все же делается уникалкой и всякое такое. Но по поводу данного, опять-таки, sun bleaches, то есть вот эти вот именно выгорания, так как это mailbox, который стоит на улице в основном всегда, даже тут по Канаде есть подобные, не такие, потому что это US, а есть подобные. Они очень выгоревшие сверху. Вот, такие прям бледноватые. Таким прям как будто градиент идет от ненасыщенного до насыщенного внизу. Сверху выгоревшие, снизу более насыщенный. Вот. Это такое самое первое. По поводу тут, если ты немножко мотнешь вверх, именно спереди, покажи его, да. Замок, видишь, такая вот прям над этим написанным маленьким. Не-не-не, внизу, чуть-чуть внизу. Вот замок, такое место под замочек, круглые. Вот это, да? Это замок, то есть, типа, если ты посмотришь на референс реальный, это замок, куда вставляется ключ, открывается и оттуда забирается все. Я понял. А эти вещи всегда, они практически никогда не красятся. По референсам, если я немножко даже сегодня искал. Да, все вижу. Вот. Да, и там как бы он ржавый всегда, потому что это голый металл, он там под водой, под коррозией поддается, все вот это вот дело. Вот, то есть он... Углубление, принципе, тем более. Да, углубление тем более особенно. То есть он немножко должен быть ржавый, грязный и немножко
голый металл. Закрашенным его очень редко. Ну да, на самом деле, то есть этого не хватает. Я даже не заметил сразу, что это для замка. Такое ощущение, как будто еще какая-то, не знаю, плашечка сюда вставляется. Да, да, поэтому да. Оно, да, должно сделать. Вот тут даже UV-шка есть. О, круто, можно будет UV-шку посмотреть. Да. Так, roughness в целом, я смотрю, не забили неплохой, на него. Неплохой. Да, не забили. Отмечу еще, что мне нравится именно такая история с этими, с буквами. Они нарисованы, и оно, в принципе, в реальности, если посмотреть тоже на референсы, там, получается, рисует только, типа, как верхушки, то есть плоско. И углубление видно, что там еще и синяя краска. И тут, в принципе, есть еще пятна белой краски. Это прикольно. То есть оно видно, как будто рисовали там на оригинальной работе. Там видно, что как будто рисовали по букву. Да, это прикольно. Классно, да. Да, это, да, это очень крутая деталь. Пятнышки, я даже знаю, откуда они, из какого пака. Да, стикеры. Так, roughness проработан. Так, это хайполи. Хайполи прям... Так очень, как будто это боевой робот с предыдущего. Может, отсюда пластину влепить туда, и будет вообще круто. Так, тут какие-то... На самом деле, эти, не знаю, например, тут я очень часто хожу по Канаде, смотрю на какие-то такие более большие ящики. Стены такие, да. Они там прям неплохо так погнуты и покопаны. После боевых испытаний, так сказать. Да. Их немножечко так бывает поваливают, бьют местами, но... В целом, для таких маленьких ящичков, возможно, слишком сильные эти углубления. Будто кто-то стоял, стрелял в него. Почему нельзя было на Гмайл отправить, ё-моё? Излятся люди и бьют по этому почтовый ящичек. Так, UV. Смотрим, насколько все адекватно упаковано. Ну, вроде бы, таких вот крупных... В целом, достаточно неплохо. То есть, опять-таки, если мы берем, что это уникалка, это маленький проб, то, в принципе, нормально. Скорее всего, на разных обладках это паковалось бы намного, намного другим методом. Скорее всего, там, может быть, даже были бы эти флипнутые и миррорные UV-хи, но... Ну, да. В таком случае это достаточно хорошо. По поводу, кстати, этого раста, ржавчины, вот по бокам, видишь, там, где красная такая крышка идет, по бокам потеки одинаковые практически. Мне немножко это забывает. Симметричные. Да, как будто симметричные, вот. Я бы, с одной стороны, немножко выпустил прям сбоку, наверное. О, круто, тут есть мармасет, кайф. Да, есть повиху. То есть, с одной стороны, вот там спереди прям по бокам такие, видишь, они, если посмотреть спереди, да, то вот слева и справа, где крышка прям дотрагивается до синего. Слева и справа, где вот эти вот болтики, видишь, такие. Все, понял. Вот да, эти. Вот это вот. Оно очень достаточно симметричное, я бы постил с одной стороны немножко ниже, другой. Вот, и... Ну, это так, чисто такая придирка даже, я бы больше сказал. Да. Так, ну, бамп, я не знаю, насколько он жесткий здесь, просто нужно понимать, что если мы это в игру засунем, скорее всего, это все пожмется и настолько этого интенсивно. Не будет так сильно видно, да. Да. Поэтому... Но в целом идея вообще хорошая, потому что я тоже, я сегодня даже искал какие-то референсы по этому поводу немножко. То я видел именно такие вот прям трещины в краске, они там очень сильно потрескавшиеся, это прикольно выглядит, но иногда, да, иногда нужно какие-то детали немножечко у нас в геймдеве убирать. Не, ну, в целом кайфовый ящик, мне нравится, он крутой, разве что, да, по цветам, вот какой-то даун, топ от выцветания, вот это было бы еще круче. Да. Бумажечка, может быть, короче, еще чуть-чуть пыли, такой, типа, топ пыли, знаешь, когда на поверхности, которые горизонтальные, такие прям... плоские поверхности, которые смотрят наверх, немножечко такого пыли бы кстати, побольше. Пыли, что... да, потому что иногда оно очень прям блестящий, кого-то леденец местами. Если он прям старый такой, что его практически не юзают, то оно быстро очень, особенно в каких-то таких больших городах, то, как, не знаю, там Нью-Йорк и всякое такое, то они очень быстро покрываются пылью. Тут даже на roughness'е есть отпечатки пальцев, круто. Да, прикольно. Так, ну, бумажечка классная, да, нарисовал. Так, ну, это определенный лайк, хорошая работа, идем дальше. Так, дальше у нас идет вот такой вот прицел от какой компании не написано, интересно, это есть такой прицел или нет? По-моему, ATN, оно так и называется. ATN. ATN. Это Night Vision, да? А, да, Night Vision. Характеристики. О. Так, ну, в принципе, я понял. Так, что по этой работе думаешь? Опять-таки, достаточно хорошая работа, то есть hard surface сразу видно, человек делал ее, кажется, даже в браше.
это похвально, наверное, потому что все-таки больше... Драж сейчас все чаще и чаще, но все равно люди стараются, наверное, придерживаться таких стандартных workflow. Вот. Так что это, в принципе, похвально. Мне, наверное, немножечко не хватает отпечатков пальцев, и если посмотреть на roughness, мне кажется, то есть если этот объект достаточно маленький, мне кажется, что всегда должны быть всякие отпечатки и roughness, он в соответствии с масштабом объекта. То есть он тут слишком какой-то прям мелкий, то есть мне бы хотелось бы покрупнее сам roughness, вот эти вот именно мазки, там, вот именно остатки жира из пальцев, вот этого всего хотелось бы немножко побольше масштабе, потому что этот прицел, насколько я понимаю, он достаточно маленький, он помещается там практически в руке, быть чуть-чуть длиннее. Да, есть вот, это прям такой хороший мазок пальца должен оставаться, такого хорошего размера. Вот. Изношенность я не уверен, потому что, я так понимаю, это все-таки милитари вещь, она не должна прям так, тем более он какой-то более новый, он не должен прям так сильно быть изношенным, поэтому по изношенности, наверное, все более чем нормально. Наверное, царапок на самой линзе не хватает, каких-то таких. Ну да. Но это опять-таки это линза. Вот. Я бы добавил, что на вот этой вот детали прям очень сильно будет рябь, это видно, если мы про игру говорим. Опять же, удаляясь, это будет не читаться абсолютно, поэтому такие вещи лучше делать покрупнее. Бампу вот этой вот вещи, ну, не сказать, что маленький зернистый, но издалека все хорошо, ладно. Бамп хороший, да. Тут именно на вдалеке, да, я именно чисто про roughness, про детальки, то они слишком какие-то мелковатые для меня. Ну да. Да. И, кстати, стикер. Стикер, как будто, видишь, он как будто стемпнутый, он как будто на нем нормалка есть. Именно все буквы со всей этой, там вот, да, вот-вот-вот. И вот это для меня как-то странно, потому что, ну, стикеров с бампом, с нормалкой, как-то я особо не встречал таких вбитых-выбитых. Ну да. Ну, тем более, это настолько маленький объект, что, скорее всего, оно пропадет, это все. Тем более, потеряется, да. Да. Так, что-то еще или пойдем дальше? Нет, нет, нет. Только то, что да, то, что добавить по поводу того... По поводу износа еще раз... Все зависит, как я говорил, все зависит от истории объекта. То есть, если он действительно там буквально купился недавно и используется для каких-то внутренних домашних дел, в принципе, по износу нормально. Если он больше милитари, то там, наверное, больше коцков должно быть всяких раз. Знакомая рация. Да, да. И какая-то ППшка, СМГшка немецкая, как я понимаю. Так, ладненько, идем дальше. Дальше у нас печь такая вот советская. Что скажешь? Достаточно хорошая, очень даже хорошая работа, то есть видно, человек потратил любовь и силы на текстурирование. Вот. Есть замечания по поводу жировых потеков, если мы уже реально придираемся к текстурингу, то видишь, у него сбоку на панели есть такие потеки, да, но они немножко не там, где должны быть. Даже из своего личного опыта, мы когда переезжали в жилье, то не успели прочистить, потому что было... ситуация с локдауном, мне не успели вызвать клининг, и мы вычищали все сами. То по бокам, именно вот прям, где вот переходит с верхней плиты на боковухе, вот в этой вот именно, вот, не-не, вот в этой вот грув, знаешь, вот углубление. Да, вот так вот. Вот тут больше всего всегда всякой грязи и жира. Вот все эти потеки должны идти именно вот отсюда. Ну, потому что оно прям, ну вот правда, даже если поискать какие-то другие референсы, оно именно всегда по бокам тут собирается, и вот эти, все эти жиры... Не, ну это может быть же не жиры, может быть это ржавчины, потеки, может знаешь, быть. Можно может же там... Быть. Это плита вставленная, кусок металла туда, он же разваливается. Может быть. Я просто о том, что мне, наверное, немножко не хватает там сверху именно такого прям... Потому ну, что оно, в принципе, да, да. Грязное. Вот не, ну грязь тут жиры, есть, да, но а что-то такого да. оранжевенького не хватает. Чтобы оно именно было таким, как топ-даун, шло вниз. Вот. Так, в целом, очень даже хорошо. Не знаю, можем пройтись по сетке, потому что по сетке, как для меня, это... Перебор. Оверкилл, да. То есть, прям, правда... Ну, я, наверное, пользуюсь такой парень консервативный. Я очень слежу за поликаунтом и трайкаунтом. Вот. Но мне кажется, что, например, задняя стенка на продакшене точно просто запекалась. То есть, ну, все вот эти дырки, то есть, это все просто лишние ну, полигоны. Да. Лишние треугольники. И даже вот верхние вот эти вот решеточки, да, поменьше можно было бы. Понятное дело, что все, что круглое, должно быть круглым, ну, то есть напоминать все-таки силуэт округлости, вот эти все... Цилиндры их, да, ставить, они не будут ломаться. Но сама по себе решетка, и сзади это немножко оверкилл. Наверное, еще по деталюшкам, если
подкинуть то такую какую-то размазанную еду, но это так, чисто мой. То есть, если уже мы делаем какую-то старую плиту, то я бы какую-то размазанную еду где-то оставил, может быть. Оно есть, кстати, прикольно, мне нравится вокруг именно этих вот конфорок, или как они называются. Ну, вот эти, да. Угу. Вот там вот очень тоже вот эти тоже вот много рукоятки, жира. Очень классно, да. Там можно немножко жира добавить, но мне нравится, что на одном из них, где нету вот этой вот крутилки, там видно, что как будто она была, и, знаешь, потертости вокруг остались. То есть ее крутили влево. Да, это круто. Вот. Да. Мне кажется, кстати, у меня отвалилась камера. Нет, да. У тебя отвалилась. Да, ты немножечко подзавис. Давай, я тебя пока отключу, все. Упс. Лимит вебки вышел, так сказать, все. Ну, если я увижу, что она у тебя подрубится, то я тебя подключу. Ничего страшного. Ты ее на подзарядочку? Или что? Или ничего? Так, ты тут еще, да? Алло. Да-да-да, я тут. Да, ну, давай еще две работы оставимся, думаю, уже посмотрим, что там дальше. Так, ну, по этой плите, в принципе, все, я так понимаю. Лично я что могу сказать? Ну, мне тоже крутая плита, но мне немножко странновато, что везде пятна, вот эти желтые, они одного цвета. Извините, это мой личный фетиш, я не люблю, когда все одно сплошным цветом делается. И вот это вот здесь пятно, здесь пятно, здесь пятно. Даже само пятно, оно может иметь разные оттенки, не говоря о том, что это разные пятна, и они в разных местах, и они могли иметь разную насыщенность, цвет, тон и все в этом роде. Также, опять же, градиент снизу вверх. Читает. Но он немножко есть такой, немножечко, вот видишь, да, вот на этом шоте, вот там сюда видно, что какая-то потертость, да, но вот прям доходит до половины, видно яркие именно очертания его. Так, ну ладненько, работа хорошая, лайк, идем дальше. Дальше у нас вот такой вот сайфайный пистолет. Тут прям, не знаю, если честно, особо к чему придраться, Art-lead. То есть очень даже хорошая работа. На самом деле, мне дико нравится, как поработали с рафнесом на металлических частях. Это прям вот даже на этой превьюшке, на гифке, или там на видосике, там прям оно очень сильно играет. Я очень дико люблю рафнес, как он играет на освещении. И тут прям видно вот эти вот именно жировые от пальцев, сальные вот эти вот замазывания. То есть это прям, да, это кайф. Это по концепту. Единственное, что... По концепту, да? Да, Евгений Петров, это который татуировал, был самый крутой. Понял. Да. Единственное, что, возможно, я бы добавил, это вот есть этот спусковой крючок красный, да? И он, когда двигается туда-сюда, он, наверное, как-то входит оставляет в паз. Он немножечко оставляет вот эти вот потертые именно такие горизонтальные, значит, линии, да. Да, возможно это. Но, опять-таки, это чисто на рафнесе добавляется. Вот, возможно. Если его часто использовали, то вполне возможно, что он немножко поюзался и вот так вот. И, не знаю, это такое чисто вкусовщина, но вот если, опять-таки, тут показано, что он используется там на рукоятке, возможно, от перчаток немножечко стирается цвет, то есть, ну, грубо говоря, как выгорает, только не выгорает, а именно выгорается. Возможно, но это такое чисто вкусовщина, потому что мы видим, что рукоятка как будто почти новая сзади, вот на хайлайте. А там как раз рука, знаешь, оно как раз именно больше всего сопротивления и воздействие получается, и возможно. Ну, да. А так, в целом, работа очень даже крутая. Мне, не, ну да, пистолет крутой. Чего добавить. Нравится. Так, ну тогда пойдем дальше. Да, кстати. Это вот самый известный туториал. Все вебинар-артисты, наверное, его проходили. Так, ладно, идем. Дальше у нас какое-то необычное существо. Опять же, я повторяюсь, мы рассматриваем environment, мы рассматриваем пропсы. Можем ехать посмотреть. Ну, персонажку мы в жестком там ситуации не разбираем. Но нам прислали такого вот монстрика, что-то необычное. Что скажешь по нему? Опять-таки, не персонажник. Очень странно такое оценивать как-то и давать фидбэк, но... То есть я не знаю, какой вообще концепт был существа, но если мы даже говорим в плане дизайна, то вот эти вот боковые клешни, эти клыки, я не очень понимаю, как он функционирует. Как он ест, как он кусает, как он именно функционирует, у него все эти мускулы, мышцы. Вот это вот у меня совсем не играет картинка. Поэтому мне очень трудно такое оценивать, правда. То есть я бы поработал над именно концепцией, продумыванием, как это существует. Как он ест, да, то есть как он там, не знаю, отгрызает плоть и всякое такое. Вот, и...
вот, наверное, как он там моргает, то есть сверху есть века, а снизу, например, века нету совсем как-то, то есть, ну, немножко непонятно, но в целом, да. Ну, что, наверное, достаточно обычная такая нормальная работа, просто нужно больше работать в плане концепции. Если ты хочешь реально быть character artist, то, скорее всего, нужно больше работать в плане дизайна и концепции всего, а там дальше скиллы уже подтянутся. Ну, то есть да. мы тут видим, что вокруг клыков, это то есть есть... там видно все, то есть видно вот эти вот именно на хайлайты на эджах, на полигонах, то есть это не очень-то красиво смотрится. Вот вот эти и вот немножко, ну, бампы внутри, да. и это не выглядит как плоть некая, Это поэтому... как пластик, если честно. Он в целом выглядит как пластик, как Как пластиковый. фигурка. Может быть, это и есть фигурка? Демон. Может быть. То есть тут нужно точно работать фундаментально над концепцией, над дизайном. Так, я надеюсь, Дальше... меня сейчас... А, нет. Пытался прогуглить. Такого не существует. Это придумано полностью. Нет, тут рога прикольно сделаны. Тут он что-то прям какие-то полоски, какие-то трещины, что-то прям пытался сделать. Ну вот на текстурах надо еще немножко поработать, а потом... Ну я же говорю, это все приходит просто с опытом. И да, изначально у меня только вопрос, самое главное, это по концепции дизайна. Что здесь происходит. Да. Так, ладненько. В принципе, на этом наше ревью оканчивается. Может, пару каких-то советов, Никит, художникам начинающим, некую мудрость, совет, настояние? Я бы сказал так, что, наверное, важнее всего это просто дальше долбать и работать, грубо говоря, долбить и работать. То есть если вам действительно это нравится, потому что я очень часто вижу, как мне люди пишут, мол, дай программу, которую ты делаешь, и я прям пойду учиться. Но это не так там работает. Там одну кнопку надо нажать, да? Да, то есть нету кнопочки создать игру и заработать миллионы. К сожалению, такого нету, но... Я всегда придерживаюсь того мнения, что если вам это действительно нравится, то вы все найдете сами. То есть, если вы действительно этим горите, но и вам нравится, вы люди могут сами. Писать, чтобы узнать какие-то, может быть, моменты именно. Да. Когда вы спрашиваете за фидбэк, это, пожалуйста, я думаю, любой там... Не откажет, да. Да, никто особо не откажет, любой адекватный человек, он поделится каким-то фидбэком. Но я именно про вот эти вот такие бывают. Которые, как начать, ну вообще, которые полностью нули. Ну да, а так в целом продолжайте, учитесь. Работайте, главное, не забывайте. Да, не забывайте. И не расстраивайтесь, если вам не нравится ваш получается. Финальный результат. Да. Потому что я, например, за себя скажу. То есть даже когда я делаю что-то в свободное время для себя, у меня на самом деле очень старый портфель, но это не значит, что я ничего не делаю. Вот. Я могу очень много всего учить и делать, и пробовать, и тестить. Но даже когда я вижу, что мне не нравится особо мой результат, то есть я стараюсь держать в себе в голове мысль, что, например, какой-то кусок локации или целую локацию делает целая команда из нескольких человек. Ну да. И когда вы особенно там начинаете, у вас не получается, вам не нравится то, что вы там видите в каких-то Call of Duty или других играх, то, само собой, ну, то есть не забывайте, что это делает несколько десятков, если даже не десятков, как минимум несколько человек делают разных специальностей. То есть не расстраивайтесь, и, в принципе, все должно быть пучком, я считаю. Да, просто по чуть-чуть нужно работать, да? Работать, а главное не забывайте о здоровье, потому что это самое главное, что у вас есть. Да, обязательно. Рано или поздно вы графику научитесь делать, но вопрос того, какой ценой, так сказать, поэтому все должно быть в меру. Поэтому занимайтесь, учитесь. Всем хорошего дня, вечера, или когда вы нас смотрели. С вами был Илья, с вами был Никита. Всем спасибо. Пока-пока. Пока. Just me, Nikuchi, Tsuke.